Сегодня стало известно, бабушка, что проблуждала в лесах три дня, нашлась. Сначала она искала грибы, потом искали ее. Поднялись экстренные службы и люди из округи. Переживали, боялись самого худшего, ведь женщине уже за 80. Но все кончилось благополучно. Пенсионерка пропала еще 15 сентября. Дети взяли ее вместе с собой за грибами и оставили ее в машине. Вернувшись спустя несколько часов к автомобилю, бабушку они в нем уже не обнаружили. Поисковая операция продолжалась трое суток. И сегодня, примерно в 11:40, поиски увенчались успехом. Бабушку нашли грибники. В ее поиске участвовали более 30 человек. Сегодня она уже дома вместе с родственниками. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Эдуард Прокопьев, специально для Вестей Татарстана.